Всем привет, всем здравствуйте. Снова мой новый маникюр. Здесь я с вами, Катя Мирошниченко. Сегодня буду работать с Hand Club и с моими любимыми декорациями, которые одна выходит послезавтра, 1 ноября, и две вышли на прошлой неделе. Как раз один вариант это с моего маникюра, который у меня сейчас текущий. И один вариант я хотела показать с предыдущего маникюра, потому что мне не удалось записать мастер-класс. Как раз мы сейчас это исправим. Так, давайте посмотрим, что у нас за новые декорации выходят. Как всегда. Вот тут небольшой такой бардачок. Так, из Hand Club я беру что? Текущие мои ногти. Это 32 и 429. Просто идеальное сочетание. И предыдущие у меня были ногти. Кто помнит, у меня вот такой вот был серый, светлый, с таким красивым шиммерным графитовым цветом. Это было два оттенка тоже из коллекции Hand Club 431 и 426. Сейчас я чуть-чуть себе телефончик отправлю. Чё у меня комментарии исчезли? Секундочку. Так, поехали. Давайте начнем с моего маникюра. Это я вот показывала тоже недавно такой вариант дизайна. Видите, у нас сейчас новая техника для печати слайдеров, где у нас идут разводы и где нам нужно сделать какие-то куски прям золота. Сейчас я вам покажу. Это новый слайдер. Я с ним еще в эфире не работала, но маникюр себе уже сделала. Это цветочный дым номер 118. Если присмотреться, смотрите, здесь фольга, она как будто объемная. Она, в принципе, так и есть. Здесь фольга закрыта небольшим слоем прозрачной смолы. Это, во-первых, защищает фольгу от ультрабонда, потому что мы обычно ультрабондом обрабатываем. Плюс придает очень необычный эффект. Можно этот эффект усугубить при помощи, видите, дополнительного объемного геля без остаточной липкости. Можно ничего не делать, вот как я, например, оставить как есть, и тоже выглядит прекрасно. Понятно, что там, где идет слой смолы, который лежит на кусочках золота, есть определенная толщина. Но, в принципе, вот я себе делала ногти, я здесь делала, видите, раз, два, три, в ряд прям делала по три штуки. Вот у меня арочные ногти. Ну, комфортно все равно ложится. Даже если где-то начинают чуть-чуть... Вам кажется, что толсто, если перекрыть праймом, выравнивающим топом, то получается все хорошо. Вот, но этот эффект, он очень красивый, он стоит того. Сейчас мы как раз с вами попробуем, как это будет выглядеть. Так, это я не досушила, видимо. Так... Здравствуйте, девочки! Сегодня у нас вторник. Прекрасная рабочая неделя. У нас с вами будет очень красивый эфир, потому что сегодня такие красивые дизайны. Вот это сочетание. Вообще, я в полном восторге от новой коллекции Hand Club. Хотя у нас помимо Hand Club вышли коллекции красные у нас выходили. Да, и вышла коллекция уже зима. Вышла новогодняя коллекция. Но вот Hand Club, она меня не оставляет равнодушная. Я прям... Какие цвета я сделала? Я, в принципе, знаете, какой цвет еще не делала? Я не сделала 428 и 430. Все остальные цвета я уже поносила. Классно? Вот конец октября я уже поносила практически все оттенки. Вот так. Но я так думаю, как раз зелененький я буду делать вот такой дизайн, очень хочу сделать. Это тоже новые декорации, которые у нас вышли как раз буквально несколько дней назад, вот на той неделе.
Это вот такие девочки. Сегодня время останется, я вам буду показывать новый слайдер офигенный. Вот как раз можно будет и вот этот зеленый использовать, поносить мне его. Всем привет, девочки. И тут кто из Самары тоже. Так, ну здесь предлагаю делать градиент. Это то, что сделано на моих ногтях, чтобы время сэкономить. А, смотрите, как я по-хитрому делаю. Значит, градиент сделан только на трех ногтях. Вот раз, два, три. Мизинец он однотонный, и большой пальчик тоже однотонный. Чтобы много времени на градиент не тратит. Дальше, например, если вы знаете, что вот эти два ноготка очень много закроет фон, то нет смысла, например, делать идеальный чистый градиент в два слоя. Сделайте в один слой. Если как здесь, понятно, что лучше делать идеально в два слоя. Юля Донченко, а вон в соседнем кабинете работают Юли обе. Они сейчас готовят каталог дизайнов на лето. Вот, все работают, девочки, а я для вас эфиры веду. У них сегодня две модели. Так, делаем переход. Ну, вот у меня на ногтях переход шел от шиммерного к этому коричневому. Юля, тут девочки спрашивают, а куда Юля Донченко делась? Пилит, вот говорят, я не поднимаю головы. Но она сейчас, да, живых эфиров меньше ведет, потому что очень много работы у нас по тестированию. Мы сейчас много делаем новых формул, чтобы заменить текущие. Вот, так как очень много сырья поменялись, формулы, поэтому мы сейчас очень много тестируем. Поэтому девчонки заняты. Так. Ну, на типсах, в принципе, при желании в один слой можно сделать. Вот. Понятно, что в один слой прям идеально не будет, но если мы знаем, что много дизайна будет идти, и это все снивелируется, перекроется. Так, я думаю, что достаточно. Сушим. Так, теперь вырезаем нужные нам кусочки. Так, ну давайте возьмем вот этот кусочек. И к нему, например, добавим какой-нибудь маленький кусочек. У меня-то понятно, что ногти огромные. У меня по три куска помещалось. Видите, у меня как? У меня здесь раз кусок, к нему я пристыковала второй кусок, и вот третий добавила маленький. Здесь тоже раз, два, три. Можно вот так минималистично сделать. Так вот, тыщ, кусочек маленький. У меня, кстати, ничего не нанесено на фольгу, а эффект красивый. Это потому что так слайдер сделан. Вон, Юля Донченко присоединилась к трансляции. Можете позадавать ей вопросы, пока она там пилит ногти в соседнем кабинете. Так, водичка. Водичка. Так, слайдеры, смотрите, они на белой основе, поэтому даже если вы наклеите на черный фон, будет очень классно смотреться. Кусочки фольги просто переливаются офигенно. Понятно, что у них идет толщина, потому что сверху идет слой смолы, но зато это того стоит. Это получается очень красиво, экономит много времени, вам дополнительно не нужно ничего наносить на эту фольгу. Так, топ-слайдер. Сушим. Так. Ой, куда я второй?
Просто старайтесь, чтобы вот эти куски фольги, которые идут под слоем смолы, попадали где-то в центральную зону ногтя. Да-да, чтобы не попадали там на торец, не попадали на боковые стороны. Так, наносим ультрабонд. Вот. Для чего это делали? Это чтобы вот ультрабонд, когда наносите, а фольга оставалась вот таким прям вот куском фольги. Можно чуть-чуть еще подсушить. И я, как правило, беру золотые шармикончики. Это шармикон и номер. Сейчас я вам скажу. Это 242 шармикона. Здесь очень много золота. И они отличный элемент как дополнение к любой композиции. Ой, кстати, знаете, что я вам хотела сказать? Спойлер делаю небольшой. Многие ждали у нас бокс Александр Маквин. Поэтому дождитесь конца этого эфира. И я в конце переверну камеру, покажу уже, как выглядят новые декорации из нового бокса, который будет в конце ноября. Я спойлерить начинаю вам заранее. Вот целый месяц уже можно заранее позвонить всем менеджерам по работе с салонами красоты. Если вы через менеджеров работаете, прям оставить им предзаказ. Кто через интернет-магазин покупает, можно в календарик поставить себе заметочку, что в конце ноября выходит бокс Александр Маквин. Вот уже кто-то пишет, я не буду спать. Я сама не сплю. У нас вот, например, одна из Юль, кто технологи, они просто, они говорят: Катя, когда мы уже эти ногти начнем делать? Потому что я сама хочу со всеми этими ногтями походить обязательно. Я, наверное, вот как раз я сейчас, знаете, оскоминку собью, я похожу со всеми цветами хант-клаба. Как раз у меня еще ноябрь впереди, да? Я еще думаю, недельку-две спилю и нанесу еще. И как раз потом перейду на Александр Маквин, сяду на него и слезу, наверное, только к весне, потому что там такие классные дизайны, конечно, для смелых, не все такое будут делать, но я знаю, что у нас есть очень много поклонников, кто и клиенты обожают такой дизайн, и сами мастера любят такой дизайн, да, ну, кто готов, например, ходить вот с такими сережками средь бела дня, как я. Неважно, что сегодня праздника нет, и я не иду в ресторан, я всегда роскошна. Так, делаем с вами дальше. Шармикончик. Ну, в данном случае, если шармикончик маленький идет, давайте возьмем вот так теклас. Только вот в этом месте нанесем, там, где будет сам шармикончик, да? Сушим. Так что ждем конца эфира, и я вам показываю уже типсы из бокса. Это уже все отфотографировали. Бокс, как я вам и обещала, в этот раз не будет содержать гель-лаки. В боксе будут идти только декорации. Их будет еще больше, чем обычно, что позволяет сделать просто, ну, такие комбинации дизайнов классные. Ну и да, как всегда, вы же понимаете, это тираж ограниченный. А в этом случае прям рекомендую боксы брать по две штуки. Так как там внутри нет гель-лаков, то здесь можно брать по, там, по два, по три. Если вы такое любите, вы знаете, что вы будете такое делать еще не один год. Вот, поэтому тираж тоже небольшой, как обычно, как мы делали у последнего бокса. Потому что, еще раз, такое потребляют, это определенная категория фанатов Эми. Не все такое носят, покупают. Это тот, кто любит очень много дизайна. Так, ну все, здесь вот прям достаточно. Как я и говорила, классно перекрывать такие слайдеры топом праймом. Он очень хорошо, во-первых, выравнивает, что если даже где-то фольга будет чуть-чуть притарчивать, да, вот топ прайм, смотрите, как классно выравнивает. Прям, если хотите, можно слегка замоделировать. Он не горячий. Вот, дает такую жесткую конструкцию. Цена пока не могу назвать, пока не придет. Там внутри идет каталог маленький с мастер-классами, с типсами. Пока он не придет из печати. Сейчас цена непонятна будет какая. Зря на глаз наклеили. Кто тут глаз увидел? Здесь где-то глаз кто-то увидел, да?
Так, и теперь предлагаю взять Джемти Клер, но это опять же не обязательно, и сделать еще дополнительный объем. А, девчонки, я знаете, что у вас еще хотела спросить сейчас? Можете поставить плюсики, кто только что был в эфире в Инстаграм? Мне просто интересно, есть сильное перетекание, что одни и те же люди сидят и ВКонтакте, и в Инстаграм в прямом эфире одновременно? Вот кто сейчас был в эфире в Инстаграм? Потому что предполагается, что вы все разные люди, вы... Кто-то сидит конкретно в Инстаграм, кто-то сидит конкретно ВКонтакте. А, нет, вы везде. Короче, вы все дублируетесь, понятно. Вот, ну, эфир, видите, типсики всегда одни и те же. Я поначалу делала разные, потом думаю, нет. Смотрите, какой тоже дополнительный классный эффект. Но, опять же, это не обязательно. Потому что слайдеры, они самодостаточные, они уже дают вот этот красивый эффект объема. Смотрите, прям кусок золота. Все, да, и вот больше ничего не нужно. Я себе на ногтях так не делала, хотя хотелось. У меня просто, видите, у меня арки очень сильные. Если бы я много добавила еще объема Джемти Клер, получилось, скорее всего, очень как бы громоздко. Вот, поэтому я здесь просто перекрыла финишем. А, ну, в принципе, сколько раз было? Раз, два, три, четыре. Все, смотрите, как красиво. Это у меня сейчас любимый дизайн. Вы даже не представляете, вот эти два цвета и конкретно вот этот слайдер. Еще раз, два цвета из коллекции Hand Club. Hand Club, напомню, поштучно также продаются цвета. Есть по 6 мл в наборе, есть наборы по 9 мл. 429, 432, и они очень классно дружат вот с этим новым слайдером. Он новый, он вышел вот буквально, сколько получается, 4 или 5 дней назад. Номер 118, цветочный дым. Теперь сделаем варианты дизайна. Это как раз мой маникюр, который был до этого. Я как раз на Мальдивы ездила с этим маникюром. Был полный восторг. Два цвета сочетаются, 426, 431. К ним идеально, просто вот прям, это их, знаете, родной брат, я не знаю, как называть. Смотрите, вот этот слайдер, вот просто вот эти два цвета и вот этот слайдер. Идеальный дизайн, красивый. Надо бы, конечно, вот такой ноготь еще длинный взять, чтобы у меня все это поместилось. Но у меня здесь влезло все. У меня, видите, у меня я и разводы, и цветы, и стемпинг. Потому что у меня часть ногтей были со стемпингом. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Так, где у меня мои ногти? Вот они, мои ногти с Мальдив. Это просто была роскошь. Роскошная, восхитительная. Посмотрите, какие ноготули. Еще стемпинг дополнительно. Но это было очень красиво. Так, ну давайте делать переход. Также я постараюсь сейчас сделать переход в один слой, чтобы время не тратить. И плюс в любом случае очень много идет декорации, они снивелируют, если где-то были недостатки у градиента. Очень красивый серый такой мышиный, и у него элегантный белый перламутр. Второй цвет серый асфальт, прям вот такой цвет графита темный, и у него идет такой ярко выраженный шиммер. И у него идет ярко выраженный шиммер.
Катерина Шармикона кленовые листья уже не выпускаете? Как же не выпускаем? Вы видели, какой у нас красивый шармикон вышел с кленовыми листиками? Как вы такое могли пропустить, девочки? Он кайфовый. Мы причем часть взяли, помните, у нас был такой шармикон несколько лет назад, и мы вот этот вариант взяли прям из него и дополнили новыми. Ну, только такие кленовые листья, что мало, да? Боже, как красиво, как же я вас люблю. Я очень люблю то, что я делаю. Все декорации, все цвета, все сделано с большой любовью. Ну и, понятно, делается так, чтобы мне хотелось носить. Всего и побольше. Хотя на самом деле очень много классных шармиконов минималистичных вышло этой осенью. Поэтому, кто любит минимализм, для вас тоже много всего есть. Просто умейте это увидеть. Потому что понятно, что я всегда стараюсь в эфирах показывать с декорациями, когда прям бутерброд, когда один слой, второй слой, третий слой, четвертый слой. Много слоев разных дизайнов друг на друга наслаиваются, и получается сложно сочиненный один дизайн. У меня осталось, кстати, два цвета, которые я еще не носила из Hunt Club. Я, получается, походила с 6 оттенками. Вот. И осталось два цвета, которые я еще не пробовала. А, нет, 5 оттенков я носила или 6. У меня остался темно-зеленый, я с ним не ходила. Хотя это не мой цветотип, но там под этот цвет очень классно идут новые декорации, которые на этой неделе выходят. Сейчас как раз я вам покажу эти цветочные портреты. Они прям идеально вписываются в этот цвет. Так, все, больше не буду добавлять. Я думаю, что хватит. Так, сушим. Сушим. Топ-слайдер обязательно. А слайдеры осенние с кленовыми листьями. А что, они закончились? А, из предыдущих коллекций. Девочки, ну просто в эти листья, это такая тема, она, ну, каждый раз держать в ассортименте в течение года осенние листья не хочется. Поэтому у нас, видите, в этом году вот такая осенняя тематика. Я поняла, видимо, какой-то слайдер из предыдущих осенних. Так, топ-слайдер наносим. Топ-слайдер. И теперь начинаем этот резать слайдер. Что мы возьмем? Здесь у нас может поместиться и вот такой вот элемент. Такие разводы. Давайте к нему мы приделаем цветочек. Да, вот так вот цветочек. И я еще предлагаю мои любимые отверстия, шармикончики. Я их использовала, видите, в этот раз не как отверстия клеила, а я их резала пополам и вот так вот по боку ложила кусочками. Получилось очень здорово. Насчет снежинок, листьев услышала. Ну, на остатках всегда остается больше всего листьев, чтобы вы понимали. Всегда. Так.
сделали. Они на белой подложке ложатся абсолютно на любой цвет, даже на черный, даже с кучей блесток ложится. Так, это мне. Блин, не тот слайдер, что ли, попался. Так. И цветочки. Цветочки здесь можно послойно, а можно все-таки нанести ультрабонд. Прям капельку топ-слайдера капнуть, не на весь ноготь. Вот, например, здесь мне нужен цветочек, а вот прям вот мазочек. Два. И тогда уже приклеивать цветочек. Там еще каштаны крупные были. Я поняла, да, какой слайдер. Ну, уже на следующий год тогда можно будет повторить. Так, перекрываем теперь теклосом еще разочек. Сушим. Ну, как хорошо, когда длинные ногти, все помещается. Все, что было на слайдере, все вырезайте просто вот так и в ряд, либо по диагонали выкладываете. Отверстия снимайте очень аккуратно, потому что, вы знаете, у нас шармикон, они очень мягенькие, эластичные. Плюс, видите, сделали полые внутри. Ой, типсик упал. Так, и здесь как можно сделать? Давайте вот здесь. А, еще не досох. Сейчас досушим еще. Варианты, кстати, возьмите, сфотографируйте себе варианты как раз со слайдером, с которым я сейчас работаю. И варианты, которые были у нас до этого слайдер. Сейчас я их в рядочек тоже положу. Куда я их делала? Ну, кстати, еще один новый выходит через несколько дней. Техника, видите, такая же. Там, где кусочки золота, нанесена смола. Тоже получается вот этот эффект объема. Даже если вы финишем перекрываете, все равно это, видите, прикольный эффект сохраняется. Так что имейте в виду еще одни новые слайдеры. Я, наверное, с ними сегодня уже не успею поработать, потому что я еще хочу цветочными поработать. Так. Так, и, например, вот так. Эти отверстия делите пополам и клеите не по центру, а бока. Вот, поэтому по факту вот эти ногти, которые у меня были в сентябре месяце, они состояли только из шармикона отверстия и вот этого слайдера. Очень всем рекомендую дизайн перекрывать топ-праймом. Где он? Вот он, прайм-топ. Потому что он держит хорошо конструкцию.
Вы его, когда выравниваете, он сильно не дает температуру при выравнивании. Вот, очень хорошо держит дизайн, плюс очень хорошо декорации под ним стоят. Сушим. Так, и последний вариант я вам хотела предложить. Это вот эта декорация новая. Она тоже вышла где-то 4 или 5 дней назад. Такие цветочные портреты. Для вдохновения я сейчас могу вот так положить, что тут может быть. Смотрите. Ну, они очень классные. Тоже можно сфотографировать. Это у нас номер 115, цветочные портреты. У нас как раз есть очень классный цвет. Вот я как раз ногти с этим цветом еще не носила. Номер 428. Он не совсем для моего цветотипа, но вы знаете, что я ногти редко делаю прям с условием своего цвета кожи, цветотипа. Сейчас у меня одежда в основном черная и белая, и вот такие яркие, насыщенные дизайны, которые даже, казалось бы, не для моей внешности, они здорово как дополнение на ногтях смотрятся, только потому что гардероб нейтральный, и он идет как фон для таких перегруженных ногтей. Тем более у меня рука одна, а не две. 432-й по топам стал баклажановым вместо горького шоколада. А, такое может быть, если очень темный оттенок, и это видно только если человек выходит на улицу, на солнечные лучи. Да, такой эффект может быть. И еще черный, если вы праймом покрываете, он будет чуть-чуть в синеву уходить, но опять же, в помещении он будет черный, а когда солнечный свет попадает, будет чуть-чуть синевой отдавать. Так, перекрывайте 428 цветом просто в один слой. Потом мы делаем стемпинг с вами. Сейчас два типса показываю, оба со стемпингом. Так, сушим. Стемпинг предлагаю две пластины. Так, кто не в курсе, у нас вышло две пластины. Одна вот такая флористика. На осень очень классно смотрится. Сейчас я вам покажу несколько вариантов. В зависимости от того, в какой цветовой гамме будете делать, флористика, она имеет место быть осенью. Вот, и как раз мне сейчас пригодится вот этот принт и вот этот принт. Есть у нас также вот такая новая пластина тоже, кто не знает. Это у нас принты в стиле арт-деко, анималистичные принты и брендовые. Ну, брендовые здесь типа а-ля Fendi очень много. Вот очень хорошая пластина тоже. Так, так как я планирую делать стемпинг, поэтому идет сейчас слой текласа. Вот такой зелененький светлый лак для стемпинга. Кстати, кто-то меня спрашивал сегодня в самом начале, чтобы подарили какую-то пасту и не знаю, что с ней делать. Вам, наверное, знаете, что подарили? Вот эту текстурную краску. Не пасту, а текстурную краску без липкости. Я на прошлой неделе в пятницу показывала эфир. Возьмите, пересмотрите, и вы будете знать, что с этой краской делать. Я ее обожаю, их два цвета вышло. На той неделе был эфир. Цвет божественный. Это, ну да, без... все цвета красивые. Конечно, давайте мы посмотрим на роскошные цвета коллекции Hunt Club. Они просто все прекрасны. Они просто все роскошные, все прекрасные. Смотрите, я вот еще не ходила как раз. 428 мне осталось поносить и 430.
Вот. Ну, можно, кстати, их вдвоем мне соединить на одной руке, я не решила. Но я вот хотела бы один этот цвет поносить, и как раз я хотела вот этот дизайн сделать. Как раз вот с этими девушками. Это у меня прям мечта была. Я хотела еще летом этот принт выпустить, не получилось, и мы его на осень оставили. А, текло сушить перед стемпингом достаточно 1 минуты. Перед стемпингом достаточно 1 минутки. Боже, сколько всего красивого, роскошного, все такое вкусненькое. Дождитесь конца эфира. В конце эфира будет спойлер. Я вам покажу, как будет выглядеть уже дизайн из нового бокса. Александр Маккуин. Блин, да где моя пластина с цветочками? А. Так, видите, я уже к концу второго эфира начинаю подтупливать, потому что здесь просто полный бардак. А, все, нашла. Девчонки, не переживайте, что вы начало пропустили. Я же сейчас этот эфир сразу же выложу. На длинном ногте цвета 426-431. Это ногти, которые я носила весь сентябрь. Вот он, этот маникюр роскошнейший. Вот, а сейчас у меня других 2 цвета, но тоже не менее классные. У меня сейчас тоже, говорю, люди, когда видят мой маникюр на левой руке, у них просто дергается глаз. Им, конечно же, неудобно ничего сказать, подойти, потрогать. Это даже мужчины говорят, можно посмотреть. Это так прикольно вообще. Конечно, не каждый готов с таким ходить. Как говорит мой стилист, все ее клиенты постоянно говорят, скажи ты этой Кате, чтобы она эту вульгарщину убрала со своих рук. Я говорю, я с маникюром, с ярким никогда не расстанусь. Так, сделали. Теперь берете какую-нибудь молочную базу. Это вот у меня Faber под рукой молочный есть. Перекрываем тоненький слой. Перекрыли. Сушим. Теперь как раз встречаем цветочные портреты. Здесь есть прямо такая она графитовая девушка с листиками зелененькими. На остальных ногтях видите, как можно вот так, например, просто как абстракция. Так. Водичка. Я просто не стесняюсь привлекать к себе внимание. Я могу ходить средь бела дня с красной помадой, с огромными сережками до плеч. И мне по барабану, что сегодня не праздник, и вообще у меня вечерний макияж. Мне насрать. Так. Приклеили. Обязательно обработали снова ультрабондом. Ультрабонд все складки убирает, пузырьки, они всегда есть у слайдера. Особенно если слайдер на белой подложке, у него недостаток какой? Толщина.
И понятно, что он где-то складочкой, пузырьками собирается. Но я всегда говорю, да насрать. Самое главное, что я этот слайдер тогда могу приклеить на любой фон. Понимаете, хоть вот принтовый из стемпинга, хоть черный фон. Я чуть-чуть деклоса нанесу, чтобы вот здесь вот шармикончик приклеить. А чем потом закрепить, если потом не делать дальше дизайн молочной базой? Я очень люблю Top Prime. Это у меня новая любовь. Я постоянно им все дизайны закрепляю. Вот кто-то у нас очень любит наш Ultrashine Top. Он тоже без остаточной липкости, но он жиденький, как вода, и прям как стекло. Но так как я всегда фигачу очень много дизайна, видите, я Prime очень люблю. Он хорошо выравнивает поверхность. Ой, шармиконов очень много вышло у нас тоже классных. Шармиконы все классные. Вот я сейчас беру слова. Шармиконы номер 242. Они тут всякие есть. Ленты, кстати, отбивочные у нас появились тоненькие. Вот многие просили еще год назад, чтобы выпустили новые. Вот такие еще слова у нас появились. Здесь, кстати, есть и короткие выражения тоже на тонкой подложке. И слова отдельно. Новый топ, прайм, все верно. Ну, как новый? Я не знаю, он летом у нас, с лета продается. Пропустили, наверное. Да, я сейчас очень много праймом работаю, ну, потому что... Но он густой, вы должны понимать, что он толщину дает, поэтому аккуратно его наносите, чтобы вы лепешки не наделали. Так, теперь возьмем этот цвет гель-лака в чистом виде. В чистом виде сейчас куда-нибудь его выложим. Так. И нарисуем кантик. Спроси у девочек, я дизайн сейчас какой-то для каталога буду делать? Я им нужна сейчас после эфира? Так. Ну, там вот мой следующий маникюр, видимо, я так чувствую. Мне так нравится этот слайдер и вот это сочетание. Сушим. А у них уже рука готова? Спроси. Просто ты скажи, что у меня капельница в 15:30, чтобы я сейчас уже заканчиваю. Так, сушим и перекрываем топом. Вот смотрите, здесь кантик, он дает толщину. Вот если я сейчас прайм возьму, прайм, он прям вот хорошо выравнивает поверхность. Все, прям где нужно выровнять, выравниваете. Он вообще не дает температуру. Ну, не печет, в общем. Да, здесь поставим капельницу. Все, и лампа. Обожаю этот топ. Так, и можно быстренько из этой же серии слайдер использовать без фона, без ничего. Вот мне нравится взять вот этот принт-лист, скелет листа, взять просто голый ноготь. Так, так, так. Где мои типсы?
У меня чипсы закончились, походу. А ну найди хоть один чипс, не пустой. Так. Белый лак. Быстрыми, легкими движениями отпечатали скелет. Типсы, видите, длинные. И поэтому я всегда в конце вот так вот здесь кусочек допечатываю. И ничего тогда не видно. Перекрываем топ слайдером. А, капельницу. А я раз в году сдаю все анализы у эндокринолога. И она мне прописывает обязательно раз в год капельницы железа. Потому что у меня анемия железа очень сильная после 4 детей. А у меня железо вообще, я уже все перепробовала за эти годы, оно не усваивается. Вот. И капельница — это самый идеальный вариант. Сейчас просто время пришло. Сейчас буду колоть в задницу витамин В болючий, не 10, и капельница ставит железо. Вот. В общем, занимаюсь своим здоровьем. Так как уже 40 надо. Так, здесь возьмем вот эту вот барышню. И мне очень нравятся вот эти нарциссы, которые идут в паре здесь к этим портретикам. Я их вот так вот все вместе сочетаю. Эти можно просто на какие-то ногти нарциссики. Вот, кстати, цепочечку. Ой, как красиво. Сейчас мы с цепочечкой сделаем. Так, тоже водичка. Юля, а я только украшения тебе сделаю или я слайдер тоже клею? Угу. Да. Так. Такой быстрый дизайн, когда нет фона. Так. Обязательно ультрабонд, потому что слайдеры на белой подложке. Поэтому будут и складочки, и пузырьки будут, чтобы вот этого вот всего не было. Так, выравниваем поверхность теклоса, потому что шармиконы все-таки в идеале ложатся именно на резиновую поверхность топа теклоса. Хотя раньше я, например, как финиш использовала только теклос. Ну, теклос идет так же, как и промежуточный этап. На него вот шармиконы наши очень классно клеются. Теклос – это каучуковый топ, он такой слегка резиновый, без остаточной липкости. А топ-слайдер, название даже подсказка, используется как основа для приклеивания слайдеров. Это топ с липкостью. Хотя, в принципе, у него неплохой блеск. Можно им потом еще и как финишем перекрывать, обезжиривать, и он будет блестеть. Вот. Но никто его не использует как финальный топ. В основном мы его наносим, сушим 30 секунд, 1 минуту и приклеиваем наклейки на водной основе. Так, берем шармиконы тоже из новой коллекции цепочки. Они как отверстия у нас идут. Они классные. И здесь как раз можно цепочечку небольшую приклеить. Очень нежно, аккуратно снимайте, чтобы не порвать. И можно, например, что-нибудь из золотишка слова. Thank you.
все. Вот они разные могут быть, видите? Вот смотрите, такие цветочные портреты. Очень классно. Так, ну что, спойлер, как и я обещала, показываю вам уже сделанные типсы для бокса Александр Маквин. Вот сейчас жду огонечки в комментариях, как вы рады, что все-таки вот он, бокс, его уже сделали, уже все напечатано. Сейчас готовят маленький каталог, такой мини, который будет идти в боксе. В этот раз в боксе не будет гель-лаков, там будут только декорации. И там будет очень интересное сочетание, такая подача, микса, что с чем сочетать. Вот. Это очень красиво. У нас уже весь офис ждет, кто когда с какими дизайнами будет ходить. Поэтому я вас буду сейчас весь месяц дразнить. В конце ноября бокс будет в продаже. Сейчас цену не могу вам сказать. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся с вами в пятницу. Вас в четверг еще ждет эфир от Наташи Коклюгиной. Обязательно.